Сапер? Он что-то сапирует. У меня в голове летает это слово. Он тот, кто берет серп и вот серпами колоски. Колоски режет. Он делает, сапирует вещи. Сейчас один гномик мне перечисляет эти молды. Соперник. Он играет там футболы, баскетболы, там волейболы, много болы. В разные игры. В бассейн. Это соперник. Он вот вы на белом, а он на черном боке. Не знаю, так это могут быть и мужчины, и женщины, просто люди с серпами, мне кажется. Ну, чтобы куда-то в еду. Сопёнок – это человек, который сопит. А потом они так вытрушивают из них эти семена. Этот сопёнок, он всегда много храпит. Где живет? Они вон здесь. Ну, чтобы играть. Чтобы играть в игры и выигрывать или проигрывать.